Ну что, я полетел в Москву, в Москве куча дел. Отдыха вообще нету. Впереди съемки ночные. Так что надо набираться сил и... Конечно, потрясающе. Так, где выход? Только что Челябинск был, потом встреча, дома не был вообще. Часто на первых местах, спасибо большое, что оценили, да. Труд действительно большой, товарищи. Да, с виду там все блестит, поблескивает, а на самом деле. Физически тяжело, но мы выгребаем. Что? Вы знаете, на самом деле я периодически тишину, потом, конечно же, я слушаю. Я все радиостанции слушаю по телефону. Правда, когда я еду после рабочего дня, начинается... Вот у меня сейчас какая-то неловкая фраза. А что из того, что играют на радио, вам заходит? Ну, на самом деле, я слушаю периодически тоже и Дифем, и Мегаполис тоже очень хорошо по вечерам. После, по-моему, 10-11 вечера. Когда собираются диджеи и обсуждают там... Самый ротируемый артист десятилетия, что-то такое, в тройке, то ли первый, то ли второй. Вот, но впервые здесь. Друзья, как вы думаете, что я здесь делаю и что меня привело сюда, в Universal? Я не могу, это какой-то просто прикол. С айтишником переписываюсь, с частушками. Лёха, ты там не шути, а то время мало. Ты о блоге замути, блядь, для Инстаграма. И вот ответ. Дима, Дима, микрофон, получил ты премию. Жаль, что, блядь, нам напоспать. Не осталось времени. С утра я ему уже говорю, так, ну-ка, пожалуйста, давай-ка сделаем что-нибудь. Ну, правда, ну, сегодня премьера. Еще и такси. Пиздец. Привет, друзья! Наверняка вы знаете, что 10 октября в Лужниках проходит игра между командами по футболу Россия и Шотландия. В преддверии игры будет матч Day, в котором принимаю я участие. Легендарный день буквально. Сегодня решается очень важная игра, очень важная. Зависит, войдем ли мы в следующий этап, то есть уже полностью в Европе. Друзья, несмотря на такую релаксирующую музыку, чувствуется все равно легкое напряжение, потому что сегодня играет наша сборная и с Шотландией. И есть возможность выйти досрочно в Евро-2020. Ключевой день, а мы играем сет 45 минут во время сбора гостей. Но это действительно исторический день. Я искренне желаю нашей сборной удачи сегодня. Ну и вообще красивой игры. Друзья, это круто. Никак. Это было потрясающе. Очень хочется повторения этих же эмоций. А-а-а.
соль. Тебя я ношу, и ты не одна. Флаг на щеке, это круто! Элиан, все, что ты так... Вы понемногу, но уверен, что сегодня будет очень много людей, очень много зрителей, болельщиков. Людей, которые будут своей энергией помогать, поддерживать. Абсолютно верно. Это так важно, когда ребята чувствуют поддержку. Эх, как здорово, когда мы с вами консолидируемся и становимся одним целым. Правда. Это круто. А повод-то какой? Есть возможность досрочно оказаться в Евро-2020. Давайте всеми фибрами своей души просто сделаем все возможное. Ну, конечно, удачи команде.